Дорогие друзья, всем привет! С вами канал Нового до Тольятти. Меня зовут Денис. Сегодня я покажу автомобиль, в принципе, которого фотографии уже я выкладывал. Это Гранта Клаб в кузове седан. Уже антикризисной версии Клаб. Вот решил сделать видео по этому автомобилю, показать его вам. Вот паркую сейчас, свободное место найду, у нас здесь припаркуюсь. Как вы слышите, уже, кстати, датчик парковки, он установлен на автомобиле, есть датчик парковки, штатная аудиосистема. Здесь обогрев лобового стекла, кондиционер вот сейчас включен у меня, работает кондиционер, подогрев передних сидений, обогрев лобача, музыка. Два передних стеклоподъемника и электропривод и обогрев наружных зеркал. То есть это, в принципе, вот тот же самый Клаб, как просто не хватает там подушек безопасности и ABS-системы. Все, все остальное, как было в Клабе, так и есть. Это те же самые сидения, это те же самые диски и внешний вид автомобиля. Сейчас я покажу вам по внешнему виду, быстро расскажу. Стоимость автомобиля также озвучил. Кому интересно, можете забронировать этот автомобиль, приехать и забрать. Контакты будут все в описании, как обычно. Заходите в группу ВК, я постоянно выкладываю сейчас. Чуть-чуть был в небольшом отпуске и выкладывал больше, наверное, детали с отпуска своего. Вот. Но, тем не менее, я веду активный образ жизни, и поэтому я транслирую все, потому что... И как и свой образ жизни, и как сферу автомобильной сферы, да, и также шинной индустрии. Потому что это вот такая в кубе моя жизнь большая, я это все транслирую. Итак, давайте вернемся к делу, покажу вам по внешней части этот автомобиль. Цвет у нас кориандр, это золотисто-коричневый металлик. Двигатель здесь 1.6, 90 лошадиных сил, ничего не изменилось у этого автомобиля по двигателю. Молдинги, слава богу, у нас есть в этой комплектации. Наружные зеркала, как вы видите, окрашены в черный глянец, идут с повторителем, а ручки дверей, они окрашены в цвет кузова. В принципе, смотрится автомобиль очень шикарно, особенно в цвете кориандра мне нравится. Золотисто-коричневый, он такой более темноватый цвет, да, и сочетание именно с клабовскими дисками в черном лаке с полированной поверхностью, замечательное сочетание, в принципе, получается. Здесь, если добавить тонировку, то будет очень все классно. Давайте напомню по стоимости этого автомобиля. 825 тысяч стоимость этого автомобиля. Если кто-то захочет, дорогие друзья, установить дополнительное оборудование на этот автомобиль, значит, тонировка 3000, обработка 5500, сигнализация 19500 с автозапуском. Все цены, говорю, уже которые идут с установкой. Вот, защита двигателя 3000, сетка, бампер 3000. Это самые основные, то есть пакет основных допов, которые обычно заказывают клиенты на свой автомобиль. Так как здесь стоит уже музыка, там обогрев лобача, все, то есть машинка, в принципе, уже почти вся укомплектована, остается там... обработку, там, сигнализацию, либо коврики постелить, и можно спокойно кататься. Вот, стоимость на автомобиле озвучил, комплектацию я вам показал, рассказал. Замечательный автомобиль за свои деньги, поэтому, кому интересно, контакты будут в описании. До новых встреч, удачи вам! С вами был канал Нового до Тольятти, Денис, погнали дальше работать!